Так, сейчас вы как пикните, я вам быстренько наставление небольшое. Ты что не грусти абонент, а? А ты будешь на физе играть с Игнайтом с ТП? Да. Окей, найс. Не, на ней Лулу Кейт в любом выбрали. Ванилу. Я только сейчас понял, они прям очень сильно приоритизируют Кейтлин. Да. Ребятки, попробуйте, смотрите, так у нас Маокай в лесу, у него чистка не такая быстрая. Попробуйте не устраивать хаос в early game. Если вы выйдете в мидгейм, когда у вас будет у всех по два айтема, то ваша композиция намного лучше. Не знаю, в Маукае хорошо чистки от игры. Ну, по сравнению с Лесином нет. Как же. Сейчас смотрим. Ну, начало нам перетерпеть надо будет, да? Ну да, и вас, ну, нами с Кейтлин вас будут впушивать в начале, у них лейн посильнее на боте. Поэтому смотрите, старайтесь сильно не отдавать вышку, старайтесь не позволять им пушить, и если что, там ганки заводите, если надо будет. И все, вперед. Вперед, удачи. Морти тоже, тот же ганг, допустим, сделают. Маукай придет на бот, с Лошом сыграет вместе с Браумом, пытаться нами убить. То есть у вас достаточно легкий ганг там есть, если надо будет завести его. Все, ребятки, удачи. Там давайте не подводите нашу рыбачью нацию. Акулью все. Нацию. Там мы сейчас за вас затопим в чатике еще и ждем. Также не забывайте, что я вам сказал перед следующей игрой. Играйте вокруг обжектива, четко слушайте друг друга и не паникуйте. Лучше принять плохой кол на впятером, чем не решиться и сделать это втроем. Good luck, have fun. I'm out. Peace. Так, куда я? Я к Тим Лесу. Фух, ну что, с богом, акулки, давайте. Не подведем. Жду я, пока Тим Лес ко мне присоединится, пока я наверну четвертый стакан вискаря. У меня уже девушка должна скоро приехать. Пойду я, кстати, и дверь быстренько открою, чтобы потом не отвлекаться. На ком патче турнир на 7.9.
Так, где Тимлес? Алло. Алло, братишка. Так, ну что, будем смотреть твой стрим вместе? Да, но есть некоторая проблема, почему я не хотел бы смотреть свой стрим и хотел бы, чтобы ты смотрел с задержкой, потому что я не смогу тогда звук стримировать с задержкой. А-а-а, тоже верно, бля, ну да, логично вполне. То есть, мне лучше, типа, чтобы я комментил тимфайты, а ты обсуждал по игре че-то как? Да, я тебя понимаю, я тебя понимаю. Что, ну, типа, Лига Легенд без звука, это будет very weird. Да-да, я забыл про эту штуку, точно. Все верно. Блин, у нашего топ-лейнера проблема в том, что у него, типа, чемпионов нет на аккаунте. Бывает. Да, that was unfortunate. Блин, не грузит спектр. Не подготовился, видишь? Не купил. Тренер ему тоже не купил. Я думал, мы по фану играем. Да, мы по фану, конечно. Мы там с пацанами 20 игр сыграли за 2 дня. Смотри, я тебе скажу честно, я им ничего не говорил. Не, ну как бы да, да. А я с вами говорил, типа, братан, это же типа это. Потимус, я уже такой в стельку, просто жесть. Да? Да, и что-то 5-й стакан виски, 4-й. Или а ты после этого что будешь делать? Я? А, после этого мы комментим следующую игру, когда мы вас разберем. А, да, конечно, ага. Сори, братишка, я просто не запомнил. Да, окей, там каточка, кажется, началась. Да, потихонечку. Потихонечку, помаленечку. Слушай, 1100 человек на стриме, это успех, блять. Да. Я считаю. 500, по 550? Уже неплохо. Да не, народу будет нравиться такое. Мне тоже нравится. Когда я просто выиграю. Это типа нормально сделать. Один мин вылетел. Окей, ждем-с. Да, он там реконнектится, он типа сейчас уже будет. На эфирках уже нормально. Там на 20 секунд что-то было, что-то такое. Окей. Па-па-па-ра-па-па. Come on, boys, Team Lesprite, let's go! Я даже поспамлю тебя в чате. Давай, спамлю, давай. И тебе Let's Gold, типа, вообще... поднять щиты. У меня типа в чате ребята орали, поднять щиты, Team Let's Gold спамили, короче. Если обсудить так-то игру, то что у тебя Синдра очень сильно скейлит мид, у тебя ботлейн должен давить мой ботлейн, потому что... Да, я типа про это искал. Я знаешь, что на топе сказал пацану, братан, держись. Он взял small feet, я говорю, ну, держись, братишка. Где Вертом? Хороший вопрос, я не знаю, где Вертом. No clue. Здесь пауза с LCL, да. У нас час назад была пауза, как на LCL. Даешь BO5, не сегодня, ребят. Мы сейчас соберем фидбэк на самом деле со всего этого, ребятки. Посмотрим. Спам, let's go. Красавчики. Поднять щиты. Можно как-нибудь Лада погромче, да? Да, сделай мне погромче, плюс. Сделано. На 60% увеличил. Какая-то секунда сейчас? У меня 0.29, 30, 31. 21, 22, nice. Ну, 10 20, секунд. Окей. Так, Даран Шилд. Слушай, вы, кстати говоря, играете по той же самой стратегии, я смотрю, с Даран Шилда. Да, ну, все правильно делают. Чтобы терпильненько, конечно. Да, неплохо. Слушай, я, кстати говоря, не видел, чтобы на дэшнике вообще брали Даран Шилд. Блин, ну, у меня в каждой игре берут. Серьезно, в каждой игре, что я играл, брали. Серьезно? Да. Я играл типа на дэшниках, и против меня никто не брал. Вот сегодня в бранке новости. Интересненько. Так, команды стоят, твои стоят как по учебнику, мои ребята просто рофлят. Не, мы как по учебнику нельзя сказать, потому что если бы к моим сейчас зашли бы в трибуш, через нижний куст и обошли бы со спины, то тут бы был бы трипл килл. Но у вас на самом деле... А, подожди, лол, это я перепутал, моя команда справа, да, все окей. Да, твои команды идиот. Команда идиотов, а моя команда все правильно делает. Моя команда? Как это? Импровизирующих энтузиастов. Я понял, моя команда, блядь. Ребята ограниченные, нахуй, по учебнику. Да, по учебнику, да. Ну, прописал Шарк стоять на линиях, блядь. Дефать свои входы, ко-ко-ко. Мы больше ничего делать не можем. Ко-ко-ко, это по твоей части. Да ладно тебе, чё ты, ну. Ну. Ладно. Это сейчас чизовый какой-то ганг, скорее всего, будет, не знаю, Лисин просто... А, не, я уже подумал, что Лисин сейчас собирается на бот сразу же идти. Ну да, твоя команда не могла, на самом деле, агрессивно играть на первом левеле, потому что в моей команде есть сломанный персонаж для первого уровня, это Браун. Очень сломанный персонаж. Со своей пассивочкой.
Так, так, так. Маукай у нас бежит. Кстати говоря, интересно, вот ребята, получается, тренировали Маукая. Я ни разу еще не видел его в лесу, будет интересно посмотреть на него. Ну, что это будет такое? Я пробовал пару раз на нем играть, мне казалось, что у него достаточно медленная очистка. Угу, угу. Начинаются какие-то бесконечные трейды опять на топе. Малфит, бедолага, не юзает фласочку, хотя уже должен это сделать, по сути. Ну и плюс ему надо было бы о мане своей беспокоиться. Так вот трейдиться у него не получится. Заспамливает он кушками зачем-то. Неправильно, неправильно, я считаю. Но ничего страшного. We can do this. Слава богу, что ты без рамок поставил, кстати говоря. Это вообще кошмар. Да, я сейчас поставил. А то мне альтабик надо делать. Угу. Я просто счет хочу написать, чтобы люди не спрашивали по 10 раз какой счет. Уф. Делай меня погромче, ребята говорят, то, что мол... Да, я сделал так на 50%. Ребятки, меня нормально слышно? Все, готово. Шаш, какой Элла? Тут Элла от... Д. Ой, от П5 по Г5. Заходит у нас здесь Маукай по нами. Скорее. Не, флешается у нас здесь нами. И если бы Браумс сыграл с Лэша, то скорее всего у нас бы это был бы First Blood как раз таки для команды Аку. Лисин у нас все-таки пытается подкемпить здесь физа. Знают они, что физ играет без Лэша и пытается это наказать, но у них не получается. Малфиту в трейдах приходится терять слишком много фарма. Физ его опережает на 4-й минуте уже на 8 крипов. Да, неудачно получилось так, что нами просто пошла, видимо, вардик ставить в тот момент, когда Маука оказался на боте. С этого она поплатилась и отдала свой флеш. В принципе, сильно критически ничего не произошло, но тем не менее, на линии, которая должна доминировать, это как-то сказывается определенно. Да, пока что Джинкс. Лисин, честно говоря, находится, я считаю, не на неправильной части карты, потому что ему, я думаю, надо бы бот и мидлейн пытаться разогнать, потому что линии доминирующие. Маукай у нас здесь сейчас второй раз будет заходить на нижнюю линию. Видит его сейчас команда Тимлеса на варде. Не пингуют они. Такое чувство, что просто не смотрят на миникарту. Опаздывают они. Пойдет у нас сейчас здесь рут по нам. По Кэтлин у нас идет рут. И это будет First Blood. Нет? Или да, да, First Blood для Маукая. Странное здесь, конечно, решение все-таки приняла команда Акул. Играть по Кэтлину, у которой был еще флеш. Вместо того, чтобы забрать просто сразу же 100% килл на нами. Да, пинг был, но чуть поздновато, потому что они, когда должны были отходить, уже увидели Маукая, все-таки еще стояли на линии. Пинг там был, на самом деле, там еще много времени было. Ребята, я думаю, просто невнимательно посмотрели, на самом деле. Там прям, я думаю, секунд 5 было, чтобы начать отходить. По какой-то причине Фиш сейчас решил не игнатить Малфита, и Малфит из-за этого выживает, хотя это был 100%... По какой-то причине Малфит решил драться, не имея маны. Вот это мне больше интереснее. Сейчас Лисин умирает от крипов и идет... Спам вопросика! Ну вы же! Вообще. Тимлес, я вижу. Я боюсь тебя огорчать, конечно, но мне кажется, твои предматчевые речи немножко не работают, браток. Я не знаю, может быть, они типа на них как-то не так подействуют, как надо, слушай. Может быть, в другую сторону, а? Дети, чтобы ты понял, я говорю, Лисин, братишка, гнаби мидлейн и бот. Он говорит, окей, идет на топ Алфиту, по-моему. Наверное, просто... Какой стример, такие сабы, сука, как я ру! Нет, это платиновое золото. Шаркс, ты, конечно, пьяный, но давай мы после этой игры сделаем как бы... Я буду отстаивать честь своих сабскрайберов, и мы с тобой 1v1 сделаем. На ком? На лисинах? Да, нет, слушай, на лисинах ты, блядь, играешь на лисинах. На лисанах? Давай на том, на ком, на чем мы лисанах. Не играем. В смысле? Ты... Мы вдвоем играем на лисанах. Ну окей, давай, ты играешь на лисане? Right. Да. Окей, окей. Окей? Да. Посмотрим. Ну ладно, у тебя есть преимущество 4 стакана виски. На этот раз, на самом деле, Кейтлин что-то не перефармливает ботлейн. Первый вот этот ганг неприятный очень сильно сказался. Это печально, но у вас хотя бы нет... Хотя, блядь, ты там им подсказал Брауму пикнуть в Синдру. Это было очень крутое решение. Это не я подсказал. Решение. Это не я подсказал. Да, ребят, сами догадались? Да, но мы заранее планировали взять какого-то танка саппорта. Браум я в первой игре подсказал, что хороший чемпион, надо его пикать.
Не знаю, здесь у нас сейчас команда тянула, что Маукай заходит, но Маукай есть слэш, и если нами или Кейтлин зайдут чуть дальше, они без слэша, то смогут здесь сейчас команда Шаркса получить очередной килл. Ни в коем случае сейчас Кейтлин и нами нельзя заходить дальше. Ой, это сейчас будет, конечно же... Но Маукай есть слэш, чего он ждет? Черт, ты отлично. Меня спойлеришь. Немножко, к сожалению. Идет стак от Браума по Кейтлин, и Джинкса должна у нас здесь забирать килл. Да, забирает у нас Браум килл. Играют они также по нами. Великолепный экзост от Браума. И забирают они второй килл. Маукай отлично танчит вышку. Если... Ну, умирает здесь, к сожалению, у нас здесь Браум от нами. Слишком много ударов от вышки он словил. Лисин у нас немножко опережает по опыту Маукая, пол левела, но в это время выигрывает достаточно много по фарму. Все-таки сказывается то, что Маукай не так хорош благодаря своей чистке, и заберет сейчас, наверное, Лисин здесь соло-килл на Маукае. Джинкса подойдет слишком поздно, есть у Джинкса хил, должна она хилить, но это не спасает. Кикает Лисин Джинксу, Фитц в это время получает соло-килл на Малфите, и Малфит потеряет сейчас столько фарма. Малфит просто... Малфит просто троеточие. Малфиту нечего терять, камон, у него и так хватает. 26 фарма он уже проигрывает, как-то доминирует акулу на топе, паскуду на топе. Какую паскуду? Ты что за офенсив шутки такие делаешь, а? Это обраточка, камень. Это обраточка. Какая обраточка? Топеру Тимласа слабое звено. Ребят, если что, Тимлас сам набирал команду, я тут ни при чем. А ты как-то отбирал, типа, что ли, или что? Да, конечно, лол, я все ГГ чекнул. Ну, не, я типа смотрел, если роль топ-лейн, то я типа все, не топ-лейн. Не, я еще чемпион пул смотрел. Ой, Шаркс, ой, господи. Да ладно, по фану поиграем. Я посмотрел это, я посмотрел то, я там пошел с ними скримиться, мои пацаны 20 игр за 2 дня сыграли с вами. Да по фану, Тимлин, сейчас нормально, нормально. Не, я их ничего не заставлял, честно. Да не, на самом деле, если скажу честно, я топеры и саппорты еле-еле собрал там. Топеры я вообще последним набирал. У меня у топера даже вроде мейн роль не топ. Ну, а у нас топ-лейнер, типа, у нас парень отказался от топы, поэтому... ну, то есть, экстренно находили вечером вчера. А-а-а. Топ-лейн. Не, я согласен, не надо быть в сторону, токсичной в сторону реально, Малфита. Не, камон, бойс, это типа некотор... фан. Да, это фан, то есть если кто-то волнуется, у кого-то не получается, парень играет на стриме, он знает, что его там смотрят всего лишь 1000 человек. Понятно, что он, ну, немножко волнуется, наоборот, надо поддержать, поэтому в честь команды Тимлса я бы как раз таки бы хотел увидеть его смайлики в чате, прям спам его смайликов, а если вы сабскрайбер Акулы, то я бы хотел просто увидеть TLS и плюсик в чате, просто чтобы поддержать, потому что... Мы все-таки не должны забывать, что мы это делали для вас, для фана, для получения удовольствия. И если люди слишком сильно нервничают и из-за этого шоу не получается, то надо это исправлять. That's my boys. О, TLS плюсик. Спасибо, yeah. Ребят, большое. Спасибо, ребят. Вы просто best. Best of the best. Вот это дух стримовский, это круто, ребят, это когда типа такая человеческая масса, такая человеческая сила собирается делать что-то вместе, но это очень круто наблюдать. Блин, там TLS газмы под щитами. Круто. Лисин у нас здесь пытается выйти на ганг, стоит у них пинг-вард. Видели они, наверное, до этого то, что Лисин подошел, потому что есть дефижн. Возможно, стороны... сейчас будет такой замес очень жесткий. Да, идет у нас замес, идет у нас all-in по нами, нами уже умирает, и приходится здесь отходить к команде Тимласа, идет телепорт со стороны Физа. Какой хороший ультимейт Маукая, рутает он и Лисина, и Кейтлин, великолепный килл на Лисине. Ультимейт со стороны Физа, и счет 7-2 становится, 3000 лидирует уже команда Шаркса, и скорее всего это будет уже first blood вышка для красной команды. Там так неприятно, Лисину сорвали кушку. Как же хорошо подготовилась. Подготовились акулы. В это время Малфит пытается реализовать свое свободное время и как-то заромить на мидлейн. К сожалению. Space created. К сожалению, у Маукая пока что только 30 фарма на 12 минуте. И после первой вышки команда Sharks уже идет на дракона. Будет ли это дракон? Будет ли Синдра с Малфитом пытаться здесь что-то устроить и состилить? Заходит Маукай вместе с нами и Синдрой. Идет ультимейт от Маук...
от Малфита. Это дракон все-таки для красной команды. Нами убивает Физа, подходит Лисин. Идет ультимейт от Кейтлин, не добивает он Брама. Лисин умирает, получает Джинкс резет, получает дополнительный спид, чизит за нами. Но здесь уже команда, скорее всего... Лисон, братишечка, давай! Как я учил тебя! А, ты умер. Упс. Немножечко, ребята, по одному, грубо говоря, подходили. Синдра там осталась совсем одна, когда Физ прорвался. Эх. Если бы Лисин находился бы рядом, конечно же, вовремя, ребята, у них была хорошая возможность именно перевернуть драку и, может быть, даже Дрейка забрать. Просто не вовремя. Не все вместе подошли. Тимлесс, это no offense, но... Да. Надо сабскрайберов на лабуст проверять. В смысле? У нас просто на датуплейне не пошла играть, да? Не, ну окей, ладно, это было странно, когда это Лисин от фрасиков умер. За это вас awkward, you know? А знаешь, смотрите, прикол. Короче, кто-то, допустим, говорит, что он якобы gold 5, а он diamond 5. А у меня наоборот, пацаны говорят, платина 5, а они бронза 1. Шаркс токсичный немножко. Да-да-да. Ладно, ребят, это была плохая шутка. Я просто выпил. Я, короче, я вам расскажу. Я такой, бля, у меня такая шутка, но она токсичная. Я, наверное, не должен ее говорить. Я такая, похуй, всё, типа. А, и тут у нас стан здесь от Синдри по Брауму, но Браум все-таки слишком танковит для того, чтобы Синдри забрал его с прокаста. Джинкс 3.04 проводит такую же великолепную вторую игру, как и первую. И свапаются, они уже правильно расставляют линии. Джинкс у нас уходит на верхнюю линию вместе с Лесником и с Браумом. Будут стараться они забрать Т1 вышку на верхней линии против Малфита. Физ в это время у нас запушивает Dota 2 на нижней линии. Будет пытаться после этого реализовать свое преимущество и пойти к команде. Ой, какой хороший кик от Лисина. Великолепная здесь игра от Ботасая. Прекрасный кик-флэш. Может здесь сейчас развернуть игру команда Тимлесса, но великолепная ульта от Маука, которая рутит всех четверых. Блядь, блядь! Жестко, жестко! Жалко, что больше никто не умер. Хороший... Не, Малфит, конечно. Ой, Малфит Маукай очень сильно выиграл, на самом деле. У него ульта в узких проходах, на баронах и драконах потенциально может очень много проблем создавать. Контр-энгейдж. ТП-шка сейчас Малфит под стаками на нижнюю линию. Физ опережает, выигрывает у него 60 фарма. Будет ли Физ сейчас пытаться... Забирает у нас здесь Лисин вместе с нами очередной килл на карме. Будут пытаться ли они добить Брама. Флешивается Брам через стену. Попадает лицом кушечкой. Великолепная кушечка от Лисина. Все-таки надо было банить, наверное, этого парнишу. Забирают они также здесь килл, конечно, на Браме. И хороший камбэк со стороны команды Тимлесс. Уже 4000 выигрывают. Команда Sharks, они 5, забирают они также красный баф. Джинкс сейчас идет на верхнюю линию. Знает она, что нет Вижна. Здорово. Сейчас бы еще на топ-лейн подбежать команды и успеть забрать Т1. Было бы очень круто. Посмотрим, что делает Намечка. Намечка бэкается. Я понял. Ребята не идут, к сожалению, группиться на топ-лейн. Либо они хотят мид-лейн забрать, честно говоря, не знаю. Да, могли. Джинкса не могла идти тогда, потому что не было Вижна. Да, ребята, нужно было сгруппиться, очевидно, после того, как они взяли преимущество, и забрать еще вышку. Кейтлин, наверное, не успеет соляру. Эх. Это жаль. Пока что хотелось отметить, что у нами 50% киллов команды. И большая часть золота на ней. А вы не хотите иметь большую часть золота на вашем утилите и саппорте. Да, Свер, это турнир среди сабскрайберов. Это битва подписчиков. Это битва. Битва. Это битва Лисина с крипами лесными. Джинкс. Джинкс начинает пушить Т1 вышку на верхней линии. Надо сейчас, конечно, Браму и Маукая постраховать, а то сейчас придет Лисина, опять убьет. Допускает опять ошибку. Здесь команда Sharks. Должны они все-таки находиться с Джинксой, потому что вот если бы у Лисина был флеш, то могло тут развернуться все очень печально. Физ у нас собрал у нас Малфит адаптивный шлем. Адаптивный шлем. Интересно, против кого он пытается это сделать? Против пассивки Физа? Адаптироваться к кому он будет? Пассивка Физа. Разве такие штуки проходят? Даже... Мне, кстати, очень интересно, что делает щилд Браума с ультимейтом Маукая. Ой, не очень удачный ультимейт Маукая, не под правильным углом он у нас здесь. Хотя попал он в ботлейн команды Тимлесса, это будет килл на Кейтлин, получает Джинкс резет, идет она играть по нами, сможет ли она забрать килл на нами?
Ой, как хорошо Джинкс играет. Отмена анимации автоатаки благодаря Ешке. И то, и другое она успевает делать. И скорее всего это будет или Т2 вышка для команды Шаркса, или Геральт. В это время Физ все так же продолжает давить Малфита. Малфита уже нету маны. Физ опережает его на левел. Второго уровня ультимейт уже у Физа. Синдра ультует Джинкс, но не хватает ей урона. И отходит здесь команда Шаркса. Надо, конечно, уйти отсюда, запушить мидлейн. Синдра флешивается у нас в это время. Попала она в мантра Q со стрелинг кармы и не успела выйти со второго прока кушки. Пришлось прожимать скачок. Забираю здесь красная команда все кампы у Лисина. Лисин пытается здесь пожадничать и забрать грампа, но у него это не выходит. Лекс на джинксе сидит. Он нашел себе команду, когда он трояутился. И пошел стрелять. $6000 лидирует у нас команда Шаркса. Не очень хорошо это выглядит для радужных. Пытаются здесь сейчас акулы забрать горного дракона. Группируются они на нем. Забирают они краба для дополнительного спида и вижна. И синяя команда, скорее всего, знает, что они не могут за него воевать, так Лисин еще на базе, и придется им его отдавать. Все правильно сделает у нас красная команда, отпуливает она. Даже не все ЛКС команды это делают. Минимизируют они шансы стила со стороны синей команды. И забирают они дракона, отлично. Теперь у них два горных дракона. Если они решатся пойти на Герольда или Барона, то забрать этот обжектив они смогут в два раза быстрее. Тим, что ты подуныл? Я смотрю игру, простите, и настраиваю попутно на свой стрим, подрубать его обратно, когда игры закончатся. Ой, господи, что тут сказать это? Слушай, а у тебя твой чатик открыт? Твои зрители смотрят стрим на твоем чатике? Я хостанул, они все, скорее всего, перебежали уже к тебе просто. То есть там сейчас идет хост тебя. Кто-то там должен сидеть все еще. Да, забираю здесь команда Тимлиса, килл на Физе. Пока что они не сдаются, но в это время команда Акул забирает Геральда. Это двоих. Лисина и Малфита. Физ здесь не убегает. Замечательно. Слушай, у меня опять тот же самый неприятный момент, когда все ребята группятся вместе и... Хотя, слушай, на этот раз они могут, наверное, забрать ботлайн таверку, то и один было бы неплохо. Хоть какую-то голду получить и чуть-чуть отставание вот это вот уменьшить. Лисин бэкается, абсолютно непонятно почему. Он не должен это делать, когда есть... И Кейтлин тоже бэкается. Ребята вчетвером забрали только что килл. Но ребята не играют правильно, не играют в Лигу Легенд. Ребята играют в соло-куху, где надо кого-то убивать там и так далее. По-хорошему нужно было бы на ботлейне в этот момент забирать вышку. Потому что только что Малфит забрал... кого там забрал? Герольда. То есть вся команда была шарф сконцентрирована в верхней части карты. И Т1 это было, по сути, абсолютно бесплатно. Непонятно, почему ребята после килла бэк нажали. Знаешь, что мне интересно, слышь? Uh-huh. Если будут, типа, игроки там D5+, плюс, типа, ну, на да. Это посмотреть. Кто, ну, знает, кто уже, типа, там в передвижении по карте чуть больше шарит, ну, да? И, типа, как это будет вообще смотреться? Не, мне было бы интереснее всего взять бы игроков с платины, допустим, даже, ну, с D3 по Т3, и, типа, ты там на... Мы с тобой выбираем роль, на которой мы будем играть, или там АДшник, или еще что-то, uh-huh. И просто пойти uh-huh. И играть, типа, ты плюс 4 сабскрайбера, я плюс 4 саба. Ну, это как вариант, на самом деле, потому что можно, типа, колить там и так далее. Типа капитаны команды, все такое. Мы поэкспериментируем над этим, в всяком случае. Там будет время подумать, поговорить об этом. Юзает у нас Маукай Геральда на нижней линии. И уходит Геральд на сторону к Физе. Правильное решение, да, дать именно Геральда Физу, который очень сильно доминирует Малфита, и нет ему поставить. Некая ошибка, потому что когда вы выпускаете Геральда, вам обязательно давить на карту, а тут пачки не готовы, Джинкс еще не успела... капец, какой кол! Это LCL скол от братишек! Начинают они просто барона, Геральд это всего лишь отвлекающий маневр. Да, я уже это вижу, когда они передвигаются, вот это красиво. Как они подготовились, а? Пытаются они еще здесь забурсить барона. А Лисин в этом моменте еще находится ниже линии. Нами пытается состилить барона ультимейтом. Это не получается. Маукай забирает барона с майтом. Идет у нас здесь ингейдж по Синдре. Синдра у нас умирает. Делает телепорт Малфит. Делает телепорт Физ.
Жинкса сразу же ставит рут, и умирает Браум, умирает Малфит, 4-2 в 1 пользу команды Акул. Какой долгий у нас здесь тимфайт, Кейтлин также скорее всего сейчас умрет, добивает ее Маукай, Лисин умирает, и единственное нами... Нет, Лисин не умирает, выживает он, какое прекрасное использование Blasting Cone со стороны синей команды, пытаются они здесь убежать вместе с нами, и скорее всего у них это получится, так как у Маукая как раз таки нету скачка, чтобы их дочейзить. Ай-яй-яй. Шикса вообще совсем фуловые, ребятам не хватает инструментов, чтобы не отдоходить, неплохо комментирую, кстати, Рошаркс. Кипо. Алкоголь дает знать себе. Кипо. Хихи XD. Да не, я просто подустал на самом деле. Я стримлю, знаешь сколько уже? Так, всегда ты же стримишь. Блять, я стримлю 10 часов. Well, нормально. 10 часов, 10 минут. 11 минут ровно. Слушай, какая... Прекрасный кол. Причем при этом они сделали в прошлой игре примерно то же самое. Да, кол был очень хороший. Вардов не было у ребят. Но... Бля, я своим парням просто по 2 сундука подарю каждому. Красава. Забирает у нас здесь Синдра Физа, заверикстензила команда Акул, Джинкс приходится, ну не уйдет она здесь скорее всего. Пытается она за тот же скиллшотик, у нее это получается, какая механика, Звен, Звен, ты был ой, я спалился, сорян. Так. Сейчас это смотрим. Никто ничего не слышал, да? О, щит. Никто ничего не слышал. О, господи. Окей. Окей, ладненько. Jesus Christ, ребята, у меня сердечко ёкнуло, не надо так мазать. Так, ребятки, забирайте вышечку. Yes! Ну, First Tower есть, ребята. Вот оно, начало шествия комбэчного команды Тимлиса. Первый упал, там уже второй не за горами. Забирает у нас здесь Малфит вторую Т1 вышку для своей команды, но трейдит он за это свою жизнь. Главная глобальная голда. Когда ты за счетом 2-3 и 7 скрипов, главная глобальная голда. Можно и умереть за такое дело. Следующий дракон у нас морской. Будут ли приоритизировать его команда Акул, или пойдут они как раз таки на Т3 вышку? Да, флеш он зря, конечно, прожал. Надо было просто... Просто умереть, тщеславно. Не совсем тщеславно, вернее, наоборот. Звен Веги? Нет, конечно, бля. Ребят, вы чё? У всех СНГ команд, наверное, не хватит денег, чтобы это оформить. Звена купить. Это как, типа, у кого там, у фейкера зарплата, чтобы все вайлдкард команды 5 раз купить. Да, наверное. Идет у нас здесь Engage от Маукая, понимает он, что Карма и Джинкс всё-таки далеко, и приходится ему здесь отойти. Группироваться сейчас у нас здесь будет команда Акул. 8000 преимущества на 25-й минуте, это... Достаточно большое преимущество, как раз таки, чтобы выиграть игру. Engage у нас Маукай. Лисин забирает красный баф. Хороший ультимейт здесь от Маукая. По трем. Карма у нас здесь подходит. Успеет ли она вовремя подойти? Маукай уже умирает. Это очень неудачный тимфайт для Акул. Разворачивают они с помощью физа ультимейта. Умирает здесь у нас Лисин. Джинкса получает резет. Сможет ли она настрелять? Карма не в очень удачной позиции находится. Джинкс у нас, скорее всего, здесь умрет. Умирает Джинкс, но Карма здесь может убить всех. И это... Квадрокилл для Кармы и эйс для команды Акул. Вот тут на самом деле могла быть пента для Джинксы, если бы Карма подошла бы с другой стороны. Holy shit, да. Это был крайне ужасно, типа, твоей команды разыгран тимфайт. Да. Потому что ребята настолько впереди, типа, почти все ошибки прощаются. Из-за лидирования в экспе, в витимизации и так далее, что замес все равно был... твоей стороне. Если бы твоя команда допустила подобную ошибку буквально там 5 минутами ранее, то это можно было бы совсем, игра в другой русло могла пойти. Падает, я так понимаю. Первая Т3 падает у нас в этой игре, да, ингибитор пока что еще не падает, не жадничает Карма и уходит, понимает, что весьма проблематично ей было бы забрать этот ингибитор против Элисина и Нами 1 в 2. Барон у нас ресается, если не ошибаюсь, уже через 3 минуты и посмотрим, будут ли ждать Акулы этого барона или пойдут ли они на ингибитор?
Да, слышь, Арт, я так и подумал, нам надо будет с тобой сделать так, чтобы ты в одной команде был, а я в другой. Мне кажется, это очень круто. Это будет, во-первых, это для нас будет в три раза интереснее. Да, это будет намного трайхарднее, это будет нереальный плод. Типа, Тимлос, блядь, если я тебя проиграю, я просто не знаю, блядь, с балкона пойду с 15 этажа прыгать. Ребята. Парень, вы челлендж отбрали на Россервере в этом сезоне? Нет, еще. Ну и просто спрашиваю. Янал. Кейтлин. Какой долгий у нас здесь тимфайт, конечно. Команде Тимлоса здесь надо уходить. Малфит уже потратил и ультимейт, нет у него флеша, умирает он здесь тут. Пока что 1-0 в трейд в пользу команды Акул. Пойдут ли они... Порты, подбросы, месиво. Пойдут ли они на ингибитор, или будут они сейчас забирать вторую Т3 вышку и пытаться забрать верхнюю сторону? Идет у нас телепорт от Кармы, но это видит синяя команда. Знают они, что этот тимфайт будет 4 в 4. Ой, какой кик у нас от Лисина по четверым! Но, как говорится, красиво, эффектно, но неэффективно. Мой тренер по теннису всегда так любил говорить. Потому что этот кик дал всего лишь даблкил Джинксе. Это совершенно не то, что вы хотели. Эх, Лисин начал исполнять, но поздновато. Да, а вот был бы Малфит жив и зафоллоуапил бы своей ультой под этот кик, вот было бы очень-очень красиво. Да. Забирают они вторую Т3 вышку. Джинкс у нас здесь... О, Синдра умирает, Джинкс получает резет. Дабл килл для Джинкс. В это время Карма забирает ингибитор на нижней линии. Падает второй ингибитор на верхней линии. Джинкс его забирает. Идут они уже на Т4 вышки, на вышке Нексуса. И падает у нас здесь, скорее всего, команда Тимлоса. Некому дефать эти вышки. Лисин резко через 2 секунды идет ультимейт от на Ами. Малфит ультует у нас по физу, но погибает он... Голый Некс остается у нас у Акул, и Джинкс вместе с Физом выигрывает игру. Это 2-0 счет в серии, и команда Тимлоса проигрывает, не взяв ни одну игру у Акул.